Сильные, быстрые, а главное, дружные ребята из Ульяновской области вновь отлично выступили на военно-спортивной игре «Зорница Поволжья», которая проходила в Оренбурге. Команда с говорящим названием «Патриот» из Димитровградского лицея номер 16 привезла 5-е общекомандное место и призовые места в 5 дисциплинах. В родном лицее их поздравили учителя и однокашники. Мы команда, которая поддерживает друг друга. Так, то что вот один вид слабый у человека одного, у другого он сильный, и он тянет за собой его. Именно сплоченность и помогла ребятам занять достойные места, ведь «Зорница» – игра командная. Участники оттачивали строевой шаг, проходили сложную полосу препятствий, бегали, метали гранаты, разбирали автоматы и стреляли. Для димитровградцев самым сложным оказался бег на 2 километра и стрельба из пневматической винтовки. Для ребят это первые игры такого масштаба, поэтому волнение порой сказывалось на результате. Я считаю, что во время прохождения испытания командная поддержка – это достаточно помогает. Как-то мотивируют, вот как подбадривают, кричат, там тоже как появляется какое-то второе дыхание, силы там, работать до конца. Тем не менее, ребята заняли 1-е место в разборке и сборке магазина, беге на длинную дистанцию, 2-е место в соревнованиях по основам безопасности жизнедеятельности, бронза в таких зачетах, как метание гранаты и бег на 60 метров. Главный тренер Альберт Аряпов горд успехами своих подопечных и признается, у них в лицее военно-патриотическая составляющая развита. Уже с 5-го класса дети сами приходят к нему на факультативы. Дети, во-первых, должны быть все физически здоровые. Это обязательно, потому что физические нагрузки очень сильные. И чтобы, так скажем, не подорвать свое здоровье, 1-е – это отбор по состоянию здоровья. Дальше дети начинают ходить с 6-го класса 3 раза в неделю – это на плавание. Дальше многие дети занимаются в секциях легкой атлетики, караты, различных других секциях. Параллельно учат строевую подготовку и военное дело. Многие после окончания школы поступают в военное училище. А тем временем юные патриоты уже ждут новых соревнований. «Зорница Поволжья» с 2014 года реализуется под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО и является одним из самых массовых социально значимых проектов Приволжья. Анна Тищенко, Улправда ТВ.